Ну, здрасте. В эфире ваша любимая передача «Звезды разошлись». У микрофона снова опять Руфина Гироскоп. Сейчас я вам расскажу, что вас ожидает в марте. Овен. Хася Марковна, берегите свои нервы. Звезды намекают, что вы их расходуете не по прямому назначению. Хлопочите по дому, это успокаивает. А еще у вас сложатся удачные хозяйственные приобретения. Куда удачнее, чем та сахарница в виде рыбы, что вы купили осенью. Телец. Маэстро Загоскин. Звезды предрекают, что не позднее второй декады марта вы сделаетесь самым известным композитором нашего микрорайона. Наконец-то ваши романсы из цикла «Ночь на задворках» будут услышаны широкими массами. Близнецы. Лазарь Ааронович. Будет беспокойно. Много внимания потребует родня. До вас ломанутся новые пациенты, но в то же самое время на горизонте тревожными красками нарисуется конкурент. Дела сердечные в этом месяце на точке замерзания. Рак. Фира. Звезды советуют лично тебе пересмотреть круг твоих знакомств. Звездам кажется, что ты излишне затрачиваешься на тех, кто этого вовсе не достоин. Есть даже подозрение, что тебя водят за нос. Будь также внимательна в магазинах и на рынке, чтобы не купить то, что тебе ни разу не нужно. Лев. Зачепицкий, Натанзон и Лев Зиновьевич. Март среди вас характеризуется частой сменой настроения, бурными ссорами и сдержанными примирениями по месту жительства. Старайтесь чаще ходить в гости и на вечеринки, а крупные покупки не планируйте. Дева. Римочка, Циля и Клара Абрамовна. Звезды засекли у вас прогрессирующее увлечение спиритизмом. Мы с Соней Бранштейн глубоко обеспокоены вашими фантазиями. Пока только мы. Но если вы не угомонитесь, к нам присоединятся и другие обеспокоенные. Весы. Соня, девочка моя, звезды видят, что твой папа будет усердно пытаться выдать тебя в этом месяце замуж. Есть, по крайней мере, 3 причины, почему этого не стоит делать. Вот хотя бы взять номер 1. Твоего жениха ждет посадка. Конечно, не весь какое горе, но все равно неприятно. Папе привет. Скорпион. Не спугни свое счастье, Цилечка, раньше времени. Объект твоих притязаний нестабилен. Ему нужно время напривыкнуть, пусть втянется. Последнее, о чем он должен узнать, кроме того, что твой сын стоит на учете в детской комнате, так это то, что ты нарколог. Стрелец. Сарочка, ну, все как ты хотела. Плотоядные хищники открывают на тебя мартовскую охоту. Козерог. Козероги будут бодры, веселы и предприимчивы. Неожиданно вскроется у них потребность говорить не к месту правду и добиться справедливости там, где это делать совершенно противопоказано. Очень опасно быть за рулем, особенно в дальних поездках. Непонятно только, при чем тут Фима. Водолей. Граждане Водолеи, внимание! Ожидается вторжение новой любови. Прежние отношения под угрозой. Серьезный риск потерять хорошо проверенное. Тут надо пораскинуть мозг. У тех, кто хочет завести потомство, Хаечка, это может получиться.
рыбы. Ой, это какой-то высокохудожественный месяц у вас, товарищ рыбы. Успешные приобретения антиквариата, смена обоев, посещение выставки модернистов, юбилеев и творческих вечеров писателей малых форм. На этой благодатной почве служебные романы, необузданные страсти, надежды и разочарования. А на этом наша мартовская передача «Звезды разошлись» скончалась. А с вами была Руфина Яроскоп.